Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые участники сегодняшнего нашего вебинара. Надеюсь, меня хорошо видно и слышно. Картинка тоже у вас отображается. Вначале я хочу поздравить всех с праздниками. День сегодня такой. Ну и, конечно, пожелать вам всем здоровья. Поставьте, пожалуйста, плюсики или что-нибудь, чтобы я понимала, что видно хорошо. Ровно 18 часов, и мы не можем ждать, когда мы будем... Спасибо большое, Лариса. Мы не можем ждать, когда люди подключатся, будут подключаться в процессе, потому что у нас очень жесткие рамки выхода в эфир, поэтому... 6 часов, и мы с вами начинаем. И сегодня, в общем, свободный день, и, может быть, какие-то из моих рекомендаций вы уже сегодня, скажем, примените к себе. Тем более, что рекомендации очень простые, очень доступные, очень легко выполнимые и не занимающие много времени. Мы сегодня будем говорить о нас с вами. И о светотерапии, конечно, потому что это очень быстрый, простой, эффективный способ пополнить энергетические резервы. А вы знаете, что кожа – это у нас, если глаза у нас зеркало души, то кожа – это у нас показатель работы всех органов и систем. Ну, поэтому нам нужно пополнить энергетические резервы организма всего. Вы знаете, что когда мы используем биоптрон, мы ухаживаем за организмом в целом. Но есть прицельные какие-то вещи, когда мы работаем с определенной проблемой, но позитивные эффекты получают весь организм. Итак, пополнили энергетические резервы организма, улучшаем состояние кожи, то, о чем мы сегодня с вами говорим, ну и таким образом опосредованно решая проблемы со здоровьем. Если это соответствующее кожное заболевание, мы знаем, что явилось предвестником. Если это непонятные какие-то кожные высыпания, то в любом случае, как бы обратной связью мы с вами решим, влияя на вот такие вот какие-то возможные высыпания, мы решим вопрос и со здоровьем в целом. Добрый всем еще раз вечер. Давайте начнем. Когда мы говорим о проблемах кожи, вы знаете, у нас есть три модификации светотерапии. Наверное, самым актуальным все-таки будет являться модификация Bioptron Pro 1. Объясню. Дело в том, что обычно, когда мы говорим о коже, это достаточно большие площади, которые нам нужно освещать. И, скажем, Bioptron Medol, хотя ну, все они имеют одни и те же характеристики, Bioptron Medol, он все-таки за счет небольшого вот этого диаметра, он не столь удобен. Скажем, Bioptron 2, конечно, безусловно, удобнее всего, там 15 сантиметров, но там нет цветофильтров. А вот для решения кожных проблем и для уходовых процедур цветотерапия играет огромную роль. И поэтому, конечно, Bioptron Pro, да еще и если он у вас на напольной стойке, позволяет нам решить, наверное, все проблемы, которые мы ставим перед собой. Ну, во-первых, он всего на 4 сантиметра меньше, чем Bioptron 2, диаметром 11 сантиметров. А самое главное, для него есть цветофильтры. А Bioptron действительно источник энергии и здоровья. Хочу напомнить, что это медицинские приборы, которые производятся в Швейцарии, могут применяться у детей и взрослых, и решают целый комплекс проблем со здоровьем, включая заболевания, включая реабилитацию, но самое главное – это профилактика. Причем всего. За счет вот тех характеристик, которые имеют все приборы светотерапии Bioptron, мы получаем естественный биостимулирующий эффект для нашего организма. Каждая длина волны будет работать на наш комплекс. То есть каждая длина волны отвечает за определенный, скажем, пласт в работе нашего с вами организма. Вы знаете, что у нас многоплановая работа, у нас одновременно работает сердечно-сосудистая и желудочно-кишечный тракт, и иммунная система и так далее. Поэтому каждая длина волны отвечает за свой участок работы, и в совокупности мы получаем вот такой уникальный совершенно положительный эффект для здоровья от применения Bioptron, комплексное. И в данном случае цветные фильтры являются незаменимой комплектацией, потому что благодаря определенным длинам волн, да, вот мы видели с вами
что каждая длина волны работает на свою часть. Но если мы знаем, в чем есть проблема, мы усиливаем определенную длину волны, при этом поляризация сохраняется, то есть проникающая способность света сохраняется, и мы можем получить практически 100% эффект от применения. Вообще различные длины волн светобиоптрон запускают, каждая из них свою специфическую реакцию и эффективно помогает более чем при 47 медицинских показаниях. Хочу напомнить вам, что это и снятие уменьшения боли, ускорение заживления ран, укрепление иммунитета, профилактика лечения простудных заболеваний, травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата, возрастные изменения кожи и дерматологические заболевания. То есть вот такой целый комплекс. Что делает биоптрон? Он наполняет клетки энергией. То есть у нас, когда развивается заболевание, у нас клеточный потенциал падает, клетка практически не работает, не выполняет свои функции, и начинаются проблемы. Так вот, поглощая свет биоптрон, митохондрии, это наши такие клеточные атомные электростанции, да, начинают работать более эффективно. То есть начинается выработка АТФ, это клеточное такое топливо, да, увеличивается энергетический потенциал клеток, увеличивается ее функционирование и способность к регенерации, и, соответственно, к борьбе с любыми заболеваниями. Поэтому вот это системное действие. Основные механизмы действия светотерапии биоптрон на кожу тоже очень такие, знаете, мощные, потому что это и улучшение микроциркуляции, снабжение тканей кислородом, это стимуляция обменных процессов в тканях и повышение клеточной энергии, это усиление лимфотока, приводящее которое к уменьшению отечности. Мы очень много с вами говорим о лимфостазе, о работе лимфатической системы, да? Активация, соответственно, иммунных процессов кожи, это очень важно, усиление процессов регенерации, то есть обновление клеток, и стимуляция фибробластов, увеличение продукции эластина и коллагена, потому что именно фибробласты отвечают за его выработку. То есть вот такой вот комплекс. Каждая длина волны отдельно, которую мы видим сейчас как цвет, тоже прекрасно работает в дерматокосметологии. Красный, например, мы применяем для кожи с дефицитом энергии, потому что мощно улучшает микроциркуляцию, улучшает восстановительные процессы, усиливает выработку коллагена. И, конечно, например, в лечении постакне, да, когда уже на завершающем этапе, и при лечении рубцов красный незаменим. Оранжевый прекрасно, вы знаете, антиспастическое действие оранжевого цвета, значит, отеки – это оранжевый, удивительное совершенно лимфодренажное действие, применяется в комплексном лечении целлюлита, желтый – улучшает обменные процессы, зеленый – успокаивает чувствительную кожу, лучше его, наверное, и никто не успокоит, раздраженную какую-то. Очень активно применяется при куперозе, знаете, такая вот сосудистая сеточка такая на лице. Идеален при возрастной пигментации кожи. Кстати говоря, возраст выдает не морщины, как все многие думают, а неровность. С возрастом начинается, вот почему говорят, что обязательно нужно наносить при макияже какую-то базу, чтобы выровнять тон кожи. Именно вот такие неровности в нашей коже в плане оттенков как раз и говорят о старении. И очень хороший противозубный эффект. Голубой, он антисептик, снимает воспаление, снимет раздражение, применяется широко при акне. Синий успокаивает зуд, фототоксически действует на бактерии, которые, кстати говоря, и вызывают акне, и фиолетовый помогает при кожных заболеваниях, обеззараживает кожу после массажа лица, то есть каждая длина волны, то есть каждый цвет имеет свое применение именно в уходовых процедурах и, соответственно, даже при заболеваниях кожи. При этом биоптрон оказывает в том числе и антивозрастное действие. Вы знаете, что мы дважды обладатели вот такой вот ники.
За счет чего? Дело в том, что об антивозрастных процедурах говорят очень много, и, как правило, любые антивозрастные процедуры, они достаточно агрессивные. А антивозрастные процедуры делают кто? Женщины уже, скажем, в постклимактерическом периоде, когда начинаются какие-то проблемы с организмом, могут быть опухолевые какие-то процессы и так далее. Поэтому очень часто вот такие аппаратные, скажем, методики, которые рекламируются, они не то что не показаны, они противопоказаны женщинам в определенном совершенно возрасте. Вот в данном случае за что мы получили эту нику? За естественный метод омоложения, за естественный синтез коллагена и эластина, то, что держит нам с вами лицо, за счет того, что уменьшает мелкие и глубокие морщины, помогает улучшить текстуру кожи, значительно ускоряет процесс восстановления после косметологических антивозрастных процедур и, собственно, повышает эффективность косметических средств и самих уходовых процедур за кожей. Более того, вы знаете, у нас есть две книги методических рекомендаций для дерматологов, для косметологов. Это врачебные методические рекомендации, где описаны методики применения светотерапии Биоптрон. Тем не менее, косметологические процедуры очень популярны во всех возрастных группах, и для омоложения, и для борьбы с целлюлитом. Они достаточно дорогостоящие, и, как правило, женщины хотят скрыть то, что они, собственно, делают какие-то процедуры. Но после каждой процедуры, естественно, остаются следы. Гематомы, маленькие рубчики. В общем, требуется реабилитация. А, собственно, на работу-то надо идти, и не очень хочется рассказывать всем, кто чем занимался. При этом пациенты очень так трепетно относятся к этому. К сожалению, после таких косметологических процедур у нас могут быть огромное количество проблем. И я вспоминаю одну нашу клиентку, которую, когда я ее увидела в феврале, она делала определенную косметологическую процедуру, ей сожгли практически все лицо. И когда ее привели ко мне, я думаю, господи, боже ж ты мой, кроме безумной совершенно боли, да, просто человек захотел лучше выглядеть, красивейшая женщина. Я хочу сказать, что я ее видела на прошлой неделе, и я, вы знаете, она сделала мой день, конечно. Биоптрон делает чудеса, совершенно другое лицо, чуть-чуть кое-где остались какие-то нюансы, которые, я думаю, что она решит все равно. Поэтому Биоптрон, конечно, незаменим, даже если вы проходите какие-то косметологические процедуры. Итак, что делает в этом случае Биоптрон? Ну, во-первых, повышает эффективность проникновения активных ингредиентов. Ну, например, коктейли для мезотерапии. Снимает боль, воспаление, раздражение, потому что любые, например, даже коктейли – это микротравмы, конечно. Улучшает микроциркуляцию, синтез коллагена, эластина и, самое главное, продлевает действие вот этих косметологических процедур, потому что что-то там на 3 месяца, что-то там будет работать полгода, что-то через год, а потом нужно снова идти, испытывать боль, тратить большие деньги. Зачем, если есть Биоптрон, который продлит вот эту пролонгацию какой-то косметической процедуры. Ну и позволяет сделать косметологическую процедуру, очень часто мы, знаете, за 5 минут до Нового года, за 10 минут до юбилея смотрим, ой, надо что-то сделать со своим лицом, вот, быстро бежим к косметологу, и в этом случае Биоптрон, конечно, очень хорошо поможет нам решить и эти вопросы. Кожа, конечно, стареет. С возрастом меняется, конечно, ее структура, уменьшается количество коллагена, эластина, а они-то как раз и обеспечивают каркас. Кроме того, мы опять, то есть вот все косметологи говорят о нарушении микроциркуляции. Наверное, слово микроциркуляция уже навязло всем в зубах, но помним о том, что восстановление микроциркуляции – это первый эффект, который позволяет нам получить светотерапию Биоптрон. Вот посмотрите, пожалуйста, коллаген. Все мы знаем, и большой популярностью пользуются крема. Например, там написано, что там есть коллаген.
как они проникнут, как они будут действовать. Дело в том, что коллаген – это вообще 25-35% всего белка в организме. И вот посмотрите, пожалуйста, вот коллаген формирует скрученные по спирали волокна, напоминающие канаты. И они вот в таком трехмерном пространстве, знаете, как поддержка такая. Вот представьте себе, что наша кожа – это мост. И вот они вот таким вот держат, да? А эластин, он такие пружинищие, вот на снимке очень хорошо видно, да, которые позволяют нам нажать и обратно как бы не останется ямки какой-то. Так вот, чем больше коллагена и эластина в молодости, да, тем более упругая кожа. Это называется тургор. И если мы посмотрим, что происходит у нас с возрастом, вот слева это молодая кожа, да, и посмотрите, пожалуйста, какое количество там вот этих вот пересечений, да, сколько поддержки для верхнего слоя кожи. А в середине это уже средний возраст, и возраст уже серебряный, как говорят, да, ну, практически не остается вот такой поддержки, появляются морщины, появляются, начинает плыть лицо под действием силы тяготения Земли, никуда не денешься, да, поэтому здесь нужно, мы знаем, как вопрос решать. И вот теперь посмотрите, что делает, за что мы получили вот эти две ники, за что получили статус лучшего антивозрастного прибора. Дело в том, что биоптрон естественным совершенно образом, давая клеткам энергии, воздействуя на фибробласты, позволяет им как бы, знаете, омолодиться и вспомнить, как это делается, зачем, как коллаген, как эластин. Ему получается, что вот эти вот морщины мы как бы убираем изнутри, восстанавливая вот, ну, помните, как говорила, мозг, да, восстанавливая вот эти все опоры. Почему люди, которые используют биоптрон на регулярной основе, выглядят в любом случае моложе своего возраста? Да, какие-то морщинки, может быть, и будут, но они будут естественными. То есть это не обколотое ботоксом лицо без каких-то движений, бровей, там, глаз, губ и так далее. Это будет живое лицо, но ухоженное. И вот это вот большой плюс светотерапии биоптрон. Сеансы фотоомоложения особенно рекомендуются людям с кожей, которым не хватает энергии. Вы знаете, мы все здесь на северо-западе, нам всем не хватает на самом деле энергии, тем более мы вступили в такую полосу, когда сильно ты и не погуляешь, и не подышишь свежим воздухом, и сидим дома, и особенно, да, огромное количество различных аллергенов. Так вот, я хочу сказать, что когда мы работаем с биоптроном, то есть когда мы делаем антивозрастные процедуры в косметологическом кабинете, мы работаем только с тем участком, который мы доверили руки косметолога. Там, с целлюлитом, значит, там на бедре, с лицом, значит, лицо начинаем тянуть. А когда мы работаем с помощью биоптрона и занимаемся фотоомоложением, мы омолаживаем весь организм, потому что старение-то не на лице, старение-то и всего организма, собственно, в целом идет. На лице мы видим уже результаты. И вот эта вот маска красоты, удивительнейшая совершенно маска, которая занимает всего 16 минут, и вы совершенно спокойно в домашней обстановке, никуда не надо бежать, зарабатывать ОРВИ или ковид, или еще что-нибудь, да, можете это делать, хоть ежедневно, вреда не будет. Значит, мы используем 4 минуты голубой. Голубой в этом случае у нас будет снимать воспаление, насыщать нашу кровь дополнительно кислородом. На втором этапе мы используем 8 минут, мы используем оранжевый, помните, лимфодренаж, прекрасно, антиспастическое действие, улучшает микроциркуляцию. Если у вас купероз, мы оранжевый откладываем, потому что усиливается кровообращение, чтобы не увеличить купероз, и берем в этом случае, вы теперь уже знаете, зеленый, который как раз и применяется при куперозе, и используем 8 минут зеленого. И на последнем этапе мы уже, как завершающий этап, нам нужны все длины волн для того, чтобы восстановить кожу, мы используем полихроматический свет. Обычно прекрасная процедура. Например, если вы до этого не делали, сделайте, пожалуйста, 10 подряд, ну, 15 можно, да, а потом 1-2 поддерживающие процедуры в неделю, этого будет достаточно.
прекрасно омолаживается весь организм, помним о системном действии биоптрона, и улучшается настроение, потому что мы используем замечательные совершенно цвета, которые улучшают наше психоэмоциональное состояние. В ежедневном уходе вообще, в принципе, биоптрон достаточно даже 5 минут. После обычной очистки, да, молочко, тоник, да, воздействуем полихроматическим светом в течение 5 минут, и после этого наносим свой любимый обычный крем. Я надеюсь, что это крем из линии Цептер, какой-нибудь из них. Прекрасно. Все очень быстро. Посмотрите, все это занимает минуты в очень приятной домашней обстановке. В дерматологии биоптрон тоже применяется очень широко, потому что свет биоптрон, проникая в кожу, улучшает локальное кровоснабжение, иммунную функцию. Мы получаем противовоспалительный ответ и ускоряем лечение очень широкого спектра кожных заболеваний. Я всегда говорю о том, что кожные заболевания – это не проблема кожи. Это проблема работы иммунной системы, работы желудочно-кишечного тракта, психоэмоционального, кстати говоря, очень часто состояния. Поэтому лечить просто кожу какими-то кремами мы не получаем результата. Помним о системном действии биоптрона, и поэтому вот такой широкий спектр, атопический дерматит, и псориаз, и аллергический дерматит, акне, розация, простой опоясывающий герпес, поверхностные кожные инфекции, язвы слизистой, полости рта, носа, заживление ран, ожогов, уменьшение шрамов. То есть огромный вот такой вот комплекс, который позволяет решать свето- и цветотерапии биоптрон. Все это имеет клинически доказанную эффективность. Это не просто слова или там рекламная пауза. Да? Все, что мы проговариваем на наших с вами вебинарах, все наши рекомендации, которые мы даем по поводу применения светотерапии биоптрон, все имеет вот вплоть до определенных длин волн. Например, волны света длиной свыше 400 нанометров проникают в эпидермис, да, взаимодействуют с лимфоцитами и оптимизируют иммунную функцию. Дальше. Поляризованный свет улучшает воспалительный ответ кожи, приводя к терапевтическому эффекту при псориазе, атопическом дерматите, кожных аллергиях. Аутоиммунный ответ, который провоцируется светом биоптрон, эффективнейший способ, потому что лечить особо и нечем, кстати говоря, на сегодняшний день никто не придумал, и люди, которые страдают этим заболеванием, знают про это, розацеа. Видимый красный свет 660 нанометров, который проникает до сантиметра, прекрасно решает те проблемы, которые связаны с инфекцией, а голубой, например, уничтожает бактерию, которая вызывает у нас акне, обладая противовоспалительным и антибактериальным действием. И вот внизу мелким шрифтом это все статьи, которые опубликованы в значимых медицинских журналах, которые подтверждают это действие. И давайте мы посмотрим, собственно, как применять. 8-10 минут при акне на области высыпаний. Здесь нужно не менее 2 недель. Можно сделать перерыв 2-3 недели. И вообще общий курс лечения 6 недель при папулопустулезных угрях. При обыкновенных, скажем, угрях, здесь более коротко, особенно если есть свежие какие-то высыпания, да, мы справимся гораздо быстрее в этом плане. Юношеские угри, ну, здесь мы получаем вообще 100% эффект, это клинически доказанная эффективность, но поскольку гормональная перестройка продолжает идти, юношеские угри могут возвращаться, да, хотя длительность терапевтического эффекта достаточно большая. Скажем, мы пролечили достаточно быстро, это 10 дней всего, если вы посмотрите вот нижние цифры на диаграмме со столбиками, это дни. 10 дней достаточно для того, чтобы решить эту проблему. Месяц мы держимся там половиной случаев, да, больше трети, 3 месяца, но за счет того, что просто, это не то, что биоптрон вот помог, а потом не помог, ничего подобного, просто продолжается гормональная перестройка, которая идет несколько лет, и угри могут возвращаться, поэтому биоптрон, конечно, нужно иметь под рукой. И при первичных каких-то высыпаниях, конечно, его использовать. Я могу сказать, что огромное количество патентов получена методика, есть методические рекомендации про лечение атопического дерматита у детей, и это просто песня, потому что атопический дерматит, к сожалению, у каждого второго ребенка,
И уже после второй процедуры мы уже видим эффект уменьшения зуда, гиперемии, шелушения, экскориации, корочек, трещин, мокнутия, сухания, расчесов. Ребенок становится гораздо спокойнее, да, причем неважно какого возраста, и я хочу сказать, что мы получаем, не зря получили патент. Вот посмотрите, пожалуйста, маленький совершенно ребенок, да, которому по 2 минуты 2 раза в день в течение 2 недель полностью мы очистились от атопического дерматита, особенно вот в складочках кожи, да, особенно у маленьких детей, это просто до язв дело доходит. Очень быстро можно с этим справиться, конечно, нужно использовать светотерапию Биоптрон. В комплексной терапии псориаза особенно эффективен он во время рецидива. Посмотрите, пожалуйста, результаты через 10 процедур. Могу сказать, что псориаз относится к аутоиммунным заболеваниям, и мы не вылечим его навсегда, но добиться стадии ремиссии мы можем. Посмотрите, пожалуйста, даже цвет кожи не очень сильно отличается. Но самое главное, при применении Биоптрона при псориазе мы можем добиться профилактики очень тяжелого осложнения псориатической артропатии. Что такое псориатическая артропатия? Это когда суставы вообще не двигаются, не поворачивается голова, не поднимается рука, не сгибается нога. Причем неважно какого возраста, это у совершенно молодых людей может случиться. И вот применение Биоптрона при псориазе не только решит вот такую вот проблему, но и предотвратит вот такое грозное осложнение. Очень тяжелый подошвенный псориаз, очень тяжело людям ходить, естественно. И посмотрите, пожалуйста, через 20 процедур мы практически имеем здоровый кожный покров. Вы понимаете, что наличие псориаза, вот этих сухих, вот сухого вот этого эпидермиса, он трескается, может попасть инфекция. Конечно, незаменим здесь будет Биоптрон, потому что он лечит и саму проблему, и предупреждает вот такие вот тяжелые осложнения. Ну и, конечно, при каких-то тяжелых поражениях, системных поражениях, длительных поражениях у нас есть целая программа по цветотерапии, которая называется «Проблемная кожа на лице и теле». Причем это опять такая комплексная терапия, делается она всего, не превышает 15 минут, делается один раз в день, 3 недели. Очень рекомендую использовать, потому что действительно кожных проявлений достаточно много, и вот эта программа, она учитывает не только внешние проявления, но и работу, как мы уже говорили, иммунной системы, работу желудочного тракта и психоэмоциональное состояние. Таким образом, светотерапия Биоптрон в лечении кожных заболеваний обладает высочайшей эффективностью, не вызывает побочных реакций, потому что очень многие, скажем, лечебные крема, которые помогают, они, скажем, гормонального характера уже, и вы знаете, что есть привыкание, попадают в ток крови, можно вызвать много осложнений со стороны работы других органов организма, совместим с традиционными схемами лечения, но самое главное, да, даже если что-то назначено, позволяет сократить применение вот этих медикаментозных средств. Метод неинвазивен, да, безопасен, мы светим на расстоянии, рекомендуется детям с первых дней. И, конечно, самое главное достоинство – это применение в домашних условиях, потому что дерматозы требуют все-таки длительного лечения. Кожные заболевания, если уж они появились, да, это все-таки не пару дней, это не просто там обожглись, посветили 3 раза и все прошло. И собирать сейчас инфекцию в период вот такого взрывного, скажем, взрывной эпидемии коронавируса совершенно ни к чему. Поэтому людям, которые страдают кожными заболеваниями, я настоятельно рекомендую иметь света и цветотерапию Биоптрон дома. Мы с вами тоже поговорим о волосах. Дело в том, что ногти и волосы – это продолжение кожи. Когда мне часто для волос есть специальные врачи-трихологи, но они даже не в каждом городе есть. Поэтому если какие-то проблемы с кожей волос, да, и с ногтями возникают, это кожа, это тоже дерматолог, тоже дерматология. Так вот, что делает в данном случае Биоптрон? Стабилизирует производство кератиноцидов, устраняет сухость и шелушение кожи головы, восстанавливает блеск волос и самое главное, что делает, укрепляет волосяные фолликулы.
что способствует уменьшению выпадения волос на 60% за месяц применения. Обратите, пожалуйста, внимание, цикл здоровой клетки 28 дней. Поэтому мы говорим, когда о волосах в первую очередь, ну и вообще о как бы гарантированном результате, мы все-таки смотрим это месяц. Просто применение полихроматического света как процедура, если у вас какие-то проблемы с волосами, началось выпадение волос, и это не связано с каким-то основным заболеванием, например, железодефицитной анемией, которую нужно будет параллельно лечить, и, естественно, или радиационным поражением, здесь тоже идет параллельно соответствующее лечение и параллельно биоптрон. Но если это связано с тем, что мы шапку стали надевать, да, что сухость воздуха, что у нас стрессы, то здесь, как такая профилактическая процедура применения светотерапии, биоптрон очень поможет. Если это связано с тяжелой алопецией, да, то здесь применяется PRP-терапия, мезотерапия, и в данном случае биоптрон дает очень хорошие результаты, но в любом случае, если вы уже заметили, не нужно ждать, пока облысеет половина головы. Дело в том, что 70% мужчин и 30% женщин страдают потерей волос. Поэтому дополнительно красным светом единственный момент, если у вас нет повышения давления. В этом случае вы можете использовать красный, потому что красный еще лучше улучшает микроциркуляцию. В этом случае вы можете использовать фиолетовый цвет, который прекрасно будет работать, в том числе и понизит вам давление. Потому что фиолетовый обладает еще дополнительно бактерицидным действием, успокаивающим действием. Вот на, скажем, залысины тоже прекрасно будет работать. И 2 минуты можно добавить оранжевый. Ну и профессионалы все рекомендуют использование светотерапии биоптрон, различное количество процедур. Благодарность компании Цептер, которая позволяет получить действительно очень эффективные результаты. И вот здесь вот отзыв врача-эндокринолога, которая берет как основу там противоотечное, противовоспалительное, ревитализирующее, мягкое стимулирующее действие на рост волос. Потому что очень часто потеря волос связано и с работой эндокринной системы. Врач-эндокринолог рекомендует. Таким образом, для волос уменьшение сухости перхоти, улучшение блеска, сокращение выпадения волос. И, конечно, я уже говорила о том, что все это имеет клинически доказанную, подтвержденную эффективность. И посмотрите, пожалуйста, действительно и уменьшение перхоти, и увеличение блеска, а самое главное – уменьшение выпадения волос. Рекомендую вам использовать светотерапию биоптрон. Потратите определенное количество времени, но и результат будет отличный. Ну и, соответственно, даже описание доказательств. Что касается перхоти, это не просто неприятность какая-то, и очень многие, кстати, взрослые люди имеют такую проблему. Дело в том, что достаточно распространенное заболевание, причем независимо от пол, рас и так далее, действительно вызывает зуд, и вот здесь главную роль играют кератиноциды, это тоже такие клетки, на которые напрямую влияет светотерапия биоптрон. Светотерапия биоптрон влияет и на иммунные параметры, и я хочу сказать, что дополнительно биоптрон обеспечивает увлажнение кожи головы, убирая вот эти вот зудящие участки. Вот так выглядит, например, к сожалению, это не наша фотография, вот так выглядит, например, парикмахерская, простая парикмахерская, ну, может, не очень простая, в Японии. А представляете, если бы там, где вы стрижетесь, вот вам сразу проводили, да, биоптроном 2 работу с кожей головы. Широко применяется биоптрон при целлюлите. Здесь мы используем, можно использовать, да, вместе с коктейлями, но, в принципе, биоптрон очень неплохо работает и сам по себе, если это такой, знаете, не махровый целлюлит. А с ним нужно действительно работать, потому что он мешает
кровотоку, да, поэтому нам нужно усиливать микроциркуляцию и снимать воспаление. Поэтому мы здесь используем голубой 5 минут, фиолетовый 10 минут и оранжевый. Да, для того, чтобы стимулировать, помним о том, что оранжевый прекрасно имеет антиспастический лимфодренажный эффект. Вот для того, чтобы вот это болото начало двигаться, поэтому мы прекрасно используем и здесь. Мы говорили уже о том, что кожные заболевания могут явиться после каких-то стрессовых ситуаций. Кстати говоря, очень молодые люди там поругались где-то в школе, и вдруг чего-то какое, что-то высыпало. Но и точно так же взрослые, вы прекрасно знаете, стоит вам погневаться, лицо идет пятнами, то есть кожа всегда будет реагировать. Поэтому я рекомендую вам при наличии кожных проблем, особенно каких-то зудящих дерматозов, каких-то контактных дерматитов, которые вот вызывают зуд, боль, дискомфорт, использовать психоэмоциональные программы восстановления гармонии. Они у нас есть. Если, скажем, зуд при кожных заболеваниях мешает спать, поможет программа по нормализации сна. И если уже вот прям вы так переживаете по поводу, скажем, каких-то несовершенств своей кожи, да, поможет программа «Воспламеняющая искра» поверить в то, что кожными проблемами страдает подавляющее большинство населения, просто у кого-то это видно, а у кого нет. Вот, собственно, почему нам нужно. Светотерапия, биоптрон, и все у нас будет хорошо. Какие еще мы можем встретиться проблемы с кожей? Это, конечно, аллергии. Для многих это проблема. По аллергии я обязательно сделаю отдельную, потому что все думают, что аллергия у нас случается по весне, когда начинается цветение. Ничего подобного. Мы поговорим о зимней аллергии, которая гораздо хуже и гораздо хуже лечится. Но чем страшны аллергии, это осложнениями. Неважно, как она проявляется. Это отек квинки, это анафилактический шок, поэтому аллергические высыпания, то есть они могут проявляться очень по-разному, и респираторные, офтальмологические и так далее. Но мы сегодня говорим о проявлениях в виде кожи, тема у нас сегодня такая. Это могут быть зуд, это могут быть сыпь, волдыри, экзема. К сожалению, огромное количество разнообразнейших применений. Так вот, свет и цветотерапия биоптрон – это эффективнейший метод лечения аллергии, а самое главное – ее профилактики. Потому что в первую очередь биоптрон укрепляет иммунитет. И поэтому любые проявления аллергии, это уже как анонс, скажем, следующего нашего с вами вебинара, даже тяжелые такие проявления в виде бронхиальной астмы, да, мы можем преодолеть с помощью светотерапии биоптрон, потому что биоптрон оказывает нормализующее действие на работу иммунной системы и убирает проявления. В данном случае мы говорим о коже. И мы сейчас с вами все усядемся дома, на работе, в помещениях, и мы получаем синдром больного здания. Да, мы говорили уже неоднократно, что огромное количество проявлений нахождения в наших прекрасных квартирах, да, это и химические аллергены, и бактериологические аллергены, это наша мебель, стеклопакеты, книги, ковры, животные. И мы сегодня говорим о профилактики в том числе, и лучшей системой профилактики будет, конечно, являться терапия Air Ion, высокоуровневая пятиступенчатая система очистки и ионизации воздуха в помещении. Когда мы будем говорить об аллергии, я более подробно поговорю о том, что делает каждый фильтр, но вот эта вот пятиуровневая система, которой нет в мире больше, это лучшее, что есть, это лучшая профилактика проявлений аллергии, потому что аллергия может проявляться, что касается кожи, опять же, вот проявлению перхоти, каких-то пятен, провокации более тяжелых кожных проблем, провокации проблем со слизистыми, да, различные конъюнктивиты и так далее. Поэтому в данном случае наличие терапии Air Ion является обязательным, потому что терапия Air Ion
чистит воздух от всех абсолютно аллергических провокаторов, которые могут у нас быть. Токсичное загрязнение, табачный дым, пыль, откуда она только берется, микробов, вирусов, неприятных запахов, различных аллергенов, плесени, которые вызывают огромное количество, в том числе онкологических заболеваний. То есть практически от всех провокаторов любых кожных заболеваний. И опять, мы имеем клинические подтверждения, да, соответствующие тесты. Вот здесь я привела пример двух всего тестов, да, о том, что, например, антиаллергенный фильтр, это четвертый фильтр, который стоит в терапии Aireon, защищает нас от аллергенов на 99,99%. То есть обязательно вот такая профилактика. Ну и, соответственно, прекрасно удаляет токсичные газы, потому что мы не знаем, вдруг наш дом стоит на каком-то разломе, да, там радон, все что угодно идет. Плюс электромагнитное загрязнение, которое притягивает вот ту жуткую совершенно пыль, которая неизвестно откуда берется, даже в пустой квартире. Итак, терапию обязательно поставьте себе, если у вас есть какие-то кожные проблемы. Если у вас, вы считаете, что у вас кожа плохо выглядит, если вы считаете, что у вас постоянно обостряются какие-то проблемы со слизистыми, потому что терапия сам будет следить за загрязнением воздуха. Вот вы его поставили и стоит. Вы только можете периодически поглядывать на вот кружочек, который имеет цифру 2, да, загрязнен воздух, не загрязнен. Но на самом деле он всегда у вас будет синий, потому что если, не дай бог, какое-то малейшее загрязнение, он сам перестроится в более активный режим и почистит вас воздух, потому что он самостоятельно выбирает оптимальный режим работы. Терапия, конечно, высочайшая эффективность очистки воздуха без изменения его структуры. И это очень важно. Терапия Air, лечение воздуха и лечение нас с вами. Это генератор отрицательных ионов, живых ионов, да, природных ионов. Это высокая мощность, низкое энергопотребление, как 60-ваттная лампочка. Вы его включили и забыли, он у вас работает круглосуточно. У меня работает с 2013 года один из них. Элегантный дизайн, небольшой размер и вес. Позволят вам чувствовать себя дома, как в крепости, и не только дома. Поставьте его везде, где вы находитесь. В офисе. Обеспечит высокую работоспособность в фитнесе, да, в салоне красоты, в кафе, поговорите, поставьте его, совершенно по-другому вы будете себя чувствовать. Я тут могу вам рассказать историю, зашла в кафе, целый день где-то моталась, голодная как зверь, в кафе вроде немного людей, я в маске, естественно, да, ковид, коронавирус прет не по-детски, и думаю, что же мне делать-то? Я стала вспоминать, как я отдыхала в Арабских Эмиратах, и там, по-моему, Абая называется, я не помню точно, как там пытались есть. Значит, в результате, значит, кусок мяса у меня на брюках, а соус на белой блузке. А теперь представьте, пожалуйста, если в том же кафе, например, стояли бы системы очистки воздуха, которые на 100% защищают нас от ковид-ассоциированной инфекции. Еще раз напомню, что Биоптрон, вот, да, так выглядит наша Ника, да, дважды мы ее имеем, ничего, наука лучше ничего не придумала, ну и, конечно, я считаю, что это подарок судьбы, тем более, что у нас сейчас есть специальные условия, по которым мы можем, сэкономив определенную часть денег, иметь то, что будет служить нам ближайшие 20, 30, 40, 50 лет, потому что биоптроны не ломаются, имеют 5-летнюю гарантию. Вот три вида биоптронов, вот они у меня вот такие вот в подарочной упаковке, практически цветотерапия, фуллереновый фильтр и, конечно, терапия Aireon, которые будут воздействовать на весь наш организм, давать вам совершенно иное ощущение жизни. И, вы знаете, очень часто говорят, что когда у человека кожные какие-то проблемы, у него портится характер, и характер у вас будет во. Поэтому я благодарю вас сегодня за внимание, потому что мы сегодня поговорили очень коротко, на самом деле большая тема, но тем не менее,
Хочу еще раз сказать, что сочетание светотерапии Биоптрон и системы очистки и ионизации воздуха Therapy Aeron поможет возвратить, а главное сохранить молодость и здоровье. Я благодарю вас за внимание. Как всегда, будьте здоровы. Всего вам доброго. Не болейте. Увидимся. До свидания, мои дорогие.